Смотрите, для чего это на практике? Идет конкретное вот движение ударное. Раз, получается. Раз, получается. Отлично. И вы начинаете спокойненько вот эту ручку перенаправлять. Он получает на руку сигналы, и вы ее переводите просто-напросто. При этом раз, хоп, проводим. Где? Аккуратно сняли. То есть вот это вот движение сейчас. Сначала можете просто половить, посмотреть. Сейчас разобьемся на пары, поработаете, раз. А потом вкидываете ручки, раз, провели. И он пошел. Вот это уже идет наработка тонких ощущений внимания. Да? То есть это не жестко, когда мы там жестко сбиваем или там тут отбиваем жестко, да? А именно мягенько, раз, вы провели. Подошли, на него сработали. Все, разбились по парам, поработали. У него идут информация, да? То есть он бьет четко в одну точку, а я ему даю несколько сигналов. И, соответственно, когда я их даю, у него раз, уход. Потому что я начинаю вот эти сигнальчики выдавать сюда. Они идут сюда. И он ловит один, второй, третий. Первый сигнал он ловит как отработанную задачу попадания в точку. Остальные сигналы он уже подрабатывает управление. То есть я начинаю им уже управлять. То есть первый вот этот вот сигнал он дается для того, чтобы сбросить его, раз, остановочку. А потом мы начинаем с работы. Понимаешь? То есть именно вот коридор надо создать, коридор, по которому ты его уводишь.